Максим, ты где? А что ты делаешь? Подкачиваешь. Да. Подержи его. Всем привет! Остаток стеблет! Дед Димас отстал на своем кроссовом аппарате. Здесь он меня обгонит перед коровами. Пошел, пошел. Покажи дяде Володе, как надо ездить. А где он есть? Помните эту фразу? А где он есть? Я заехал. Ну вообще мы едем на болото. Восходу равных нету. Что-то меня заклинило прям. Я прыгнул и прям заклинило прям. При пружине тормоз клинит. Перетянутый тормоз. И когда он приземляется, сжимает, тормоз срабатывает и клинит. Thank you.
прям бревно, я передом прям чуть не перелетел через руль. А я вот там, ты не снимал, вот этот вот, там где землю выбирали, сейчас подзаросло. Да-да-да. Ты поехал вот так, а я поехал через нее. Ты не видел, что там было? Видел. Я на козла, да. И потом заднее колесо резко зацеп ловит, и я пошел. И пошел ты. Камера не видела. Да камера не увидела. На вперед. Что не было. Да-да-да. Жопа. Бревно там возможно, ну и переднее колесо, я его не почуял даже, это бревно. Вот, а я прям вдарился. И в сейм я влетел, блин, первый раз, пока ты там наверху был. В яму какую-то как заскочил, по самый глушитель, аж жопа мокрая. Ну, у меня тоже жопа мокрая и грязная. Да вон резина забилась, сейчас он тут полировал просто. Все, это же восход. Толкать надо. Давай по палочке. Давай толканем восхода. Толканем восхода. Восхода толканем. Ты снимал это, нет? Да. Нет. Сейчас. Толканем. У тебя форсированный мотор, да? Обычный. Похож. Резонатор. А, из-за резонатора, да. В резонатор мы одну трубочку вставили. Она уменьшила тут диаметр выпускной до 20 с чем-то миллиметров. 20. Не то 8 миллиметров. И сказали, что вот для планеты этого резонатора будет достаточно, если уменьшить здесь выпуск. Да. А дальше обычная пошла уже. Я понял. То есть в одном месте она вот так сжимает его, дальше. Да, вот... да, да, да. Ага. А подожди, а камеру включить. Включено. Включено, ну все. Только вырезано будет, да? Тормозов нету. Yeah.
что-то мне боязно эта переправа. Заглох, курва. Заглох я. Ребята, мне кажется, тут черти ходили. Гляньте, копыта видны. Все. Ай-яй-яй. Толкать надо. У него что-то случилось. Поломался. Заглох. Заболел, это еще не умер. Сказочный мопед. Ай-яй-яй-яй. Себя обошелся. Ситуация. Давай вынесем жопу. Подожди сейчас. Это, конечно, чуть-чуть мокло, но. Давай, давай, давай. Вот, все. Да я и сам бы выехал. А интересно, заведется, ты далеко не уезжай, у тебя нога счастливая. Диму ждать, поеду я. Фу. Опять этот, как я буксанул. Тоже.
Я проверял, здесь не глубоко. Не-не-не, там вот так. Вон, дно видно. По середочке, я тебя сниму. Давай нашел первый. Вытащи. Восход победил, ребята! Молодой человек, вам не помочь! Be the little man with the tiny mustache. Ты большой половник, Леонид Семенович. Расчет в таком деле? Только чувства. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже. The subscriber is not available now. Now. Мой только курит.